Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трешечок, у нас сегодня тест тыковки на максималке. Не 30-й прорыв, нету там заоблачных здесь прокачек. Обычный просто герой. 13-13, исцеление, воодушевление. Так, давайте сейчас мы заберем плюшки. Опа! Ничего себе! Подогнали нам плюх, айджиджи. Так. Поехали качать. Ну, можно, в принципе, зачем камешки тратить, можно и так. Даже не будем, даже давайте не будем, все, не будем прокачивать сейчас. Давайте ее затестим такой, какой она есть. Без увеличения скилла. Так, убираем отсюда Дрейка, ставим сюда эту тыковку. 12-12, исцеление, ставим ангела. Я надеюсь, надеюсь, она будет тащить. Можно было бы, конечно, хранитель леса поставить. Ладно, давайте ради интереса просто посмотрим разгон сейчас. У нас открыта угольная, на угольной затестим, посмотрим разгон. Ну, я сразу скажу, не надейтесь на что-то там заоблачное. Это не тот герой, как и многие, кому стоит качать, потому что это прибавка, это, ну, по сути, ни о чем. Трата ресурсов у некоторым героям, вот тыковки процентуально будет интересно, Бигфут, Ворожей, Ясура, то есть героев очень мало, которым реально это зайдет. Ну, я думаю, вряд ли мы тут сейчас в полной красоте это все увидим. Так, у нас воодушевление. Надо было ставить утекание. Давайте утекание поставим. Воодушка это, конечно, круто, но не то. А, интересно, у меня тут восьмое утекание. Да, восьмое утекание, блин, размечтался. Когда ты последний раз сюда донил, захотел восьмое утекание. Закатай обратно. Так, поехали. Ну, хоть посмотрим, хоть что с этого получится. Сейчас пойдем, у нас угольная армия открытая, там протестим. Такую сборку, а потом сделаем 13-13. То есть, по сути, тут разница, по-моему, 3 или 4% будет. Сейчас точно посмотрим. Не более того. Возможно, где-то на максимальном разгоне, когда дойдем до этого. Воу-воу-воу-воу, что ты делаешь? Ну, такое, в общем. Разгон, как обычно, у нее дикий. На глаз этот разгон мы не увидим. Поехали. Давайте так сделаем. Захожу сюда, смотрю, блядь, бомжак какой-то. Такс. О, здрасте. Потестили, называется. Окей, поехали. Поехали бомжевать. Поехали бомжевать на... Вот я не помню, какое там жестокое, седьмая, по-моему, там месса или шестая. Сейчас проверим. А, вот здесь посмотрим. Так, let's go. Смотрим. Ну, плюс-минус, посмотрим, когда затащит. Так, наверное, уберем сейчас пиромага, а то это читерство. С пиромагом это не тест. Видите, к сожалению, не получилось то, что я хотел. Я хотел на угольной затестить, посмотреть. Но, опять же, это все на глаз, ребят. Сколько там процентов? Где тыковка? Вот она. 10-15, вот посмотрите, здесь по 5% прибавляет. Тут 3 пробавило на 11, там 3 и тут 3. А везде по 5, тут по 3. По сути, ну, я не знаю, поможет ли оно. Посмотрим на архидемоне в любом случае. До архи надо еще
дойти. Так, поехали. Убрали, смотрим, выпускаем сразу же. Вот он подошел, отлично. Ну, по таймингу посмотрим, за сколько она разгонится, убьет. То есть плюс-минус 53. Давайте еще разок. Ну, раз на раз, конечно, но тут хотя бы плюс-минус мы будем знать. Так, это нечестно. Давайте еще разок. Надо вот так вот, чтобы он сюда подошел. Вот так вот, красавчик. Круто, смотритель ударил. Блять, люблю эти тесты на русском сервере. Да везде, смотрители, блин, просто красавчики. Тестишь, тестишь. Хренно тестишь. Так. Вместо красного надо кого-то зеленого теперь тыкнуть. Анубис шел вон. Итак. Момент истины, ребята. Что же все-таки будет? Там у нас было 53 секунды, но сейчас мы перекатаем. Давай, иди сюда. Сюда иди. Вот так вот. Иди сюда, красавчик. Куда пошел? Ну ладно. Плюс-минус. Так, смотрим, ребят, внимательно смотрим. 53. То есть тот же самый результат. Давайте еще разок. 53 секунды. Возможно, на длительном этом монархии уже протестим. Оно будет, знаете, какой-то немножко другой разгон, там быстрее будет. Но я в этом очень сомневаюсь, что этих 3% сыграют какую-то роль. А ресурсов вы потратите нормально. Лучше кому-то качнуть 12. Ну, дождемся архидемона, где можно будет нормально зависнуть хотя бы. Так. Да блин. Вот отлично сбоку стоит. Поехали. То есть плюс-минус там полсекунды, доля секунды. Ого, ничего себе, 52. А что это было такое? Что это такое? Что? Застанили, что ли? Короче, 52-53. Так и будет. Да и такого. Поехали, делаем. Улучшить навык. Ага, фигушки ты так улучшишь. Судьба. Да, здравствуют тыковки. Вот так вот, 13-13, ребят, поехали, let's go. Плюс 65 силы, обалдеть. Так скоро и миллион качну здесь. Так, 13-13, 9-9, вся та же тема, поехали, смотрим. Может, сейчас произойдет какое-то чудо. Но я в этом очень сомневаюсь. Возможно, на длительном этапе на 3 минуты на архидемоне будет какой-то замер. Попробуем. Но это не точно. Пошел разгон, пошла жара. 54, 52. То же самое. То есть, как видите, моментального какого-то ускорения не будет однозначно. То есть, на глаз. Этих 3%, по сути, они не влияют ни на что. Ну, там на 3% больше будут бить они. Не более того. Ну, 53-52. Мы просто скинули с той стороны больше получается атакующих целей. Она быстрее заряжается. Можно сейчас вообще не такой тест. Сейчас мы уберем вообще нафиг исцеление и посмотрим без исцеления. А то он очень быстро. 54, видите, то есть может быть, кто его знает. Так, до свидания, исцеление, Берс. До свидания, Берс. Мы сейчас утекание поставим сюда и будет вообще имба.
На утекание просто удобно будет нам. Отлично. Прощай, прощай. А вот теперь будет интересно посмотреть. Мы будем дольше разгоняться. А, все дела, то есть руны, хранитель леса. Все для вас, ребят, все для теста. Поехали. Утекание. Смотрим. Правда, мы здесь уже не затестим. Хотя смысл толку от этого утекания, если у нас 12-12 нет. Вот она пошла жара. Но назад, к сожалению, мы уже скилл не вернем. А, мы сейчас можем сделать... А, хотя у меня там тыковка другая. Блин, обидно. В общем, не важно. В общем, сама суть понятна. То есть визуально на... Я, в принципе, не знаю. Я думаю, что все-таки разницы нет. Возможно, на архидемоне мы это увидим. Ну, кто его знает. Давайте попробуем. Хотя, что тут пробовать? Она уже максимальная. Это я сразу не сообразил. Надо было сделать все по-другому. Видите, тут уже у меня все тыковки теперь будут прокачаны. Да. Хотя, в принципе, есть еще один вариант. Вариант один есть. Мы его не сделаем так просто. В общем, ждем архидемона и на архидемоне уже затестим. Ну, в любом случае, я бы советовал поставить в первую очередь ворожею. Бигфута мы с вами еще затестим. Асурику можно поставить, тот же самый Фрея, то есть другим тыковка. 12-12, 9-9 вам хватит с потолком. Где вы ее использовать будете, архидемон, и все. Ради архи, я считаю, смысла нет. Все, пишите комменты, что вы думаете. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.